Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как приобретать аквариумных рыбок в зоомагазине. Между тем, как вы решили завести аквариум и покупка рыбок, должно пройти определенное время, как минимум несколько недель. Ведь вам потребуется приобрести аквариум и оборудование, установить все это, оформить аквариум растениями и декорациями, а также запустить его до посадки рыбок. Пока происходит запуск аквариума, вам придется решить проблему выбора его обитателей. Начнем с того, как приобретать рыбок в зоомагазине. Вы пришли в зоомагазин, выбрали рыбок и решили их купить. При покупке аквариумных рыбок в зоомагазине обратите внимание, насколько хорошо содержится аквариум. Вода в аквариумах должна быть чистая, грязь и мусор в аквариумах должен отсутствовать. В аквариумах зоомагазина должен быть фильтр и аэратор. Даже в аквариумах зоомагазина не должно быть мертвых рыб. Перед покупкой обязательно осмотрите рыбок. Нет ли на них каких-либо посторонних белых точек и расширения чешуи, плавники у рыбы должны быть расправлены и не иметь каких-либо повреждений. Тело рыбок не должно быть сгорблено и иметь различные неровности. Рыбки должны иметь нормальную координацию движений, часто при нарушении двигательных функций рыбки могут странно двигаться, заваливаясь на голову, хвост или вправо-влево, а также переворачиваться вверх брюхом. Таких рыбок покупать не следует, что бы вам и говорил продавец зоомагазина. Самая распространенная ошибка – это когда вы покупаете какую-либо рыбу только потому, что вам ее жаль. Например, если она меньше других или отличается от них окраской, беспокойна, ранена, худая или она по другим признакам нестандартна. Обычно продавец захватывает рыб, когда они находятся между передним стеклом аквариума и сачком, чтобы вам было удобно рассмотреть. Если он не делает этого, обязательно попросите его об этом. Если есть возможность, то лучше приобретать аквариумных рыбок, растения для аквариума и прочих аквариумных обитателей непосредственно у тех людей, которые их разводят или выращивают. Качество в таком случае гораздо выше, а шанс приобрести больную или умирающую рыбу гораздо ниже. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях. До новых встреч в новых видео.